Привет всем, меня зовут Даша, и сегодня в своем видео я сделаю небольшой обзор на очень интересный проект. Проект действительно достаточно интересный и заслуживает внимания. Проект MCAN – это такая криптовалюта от компании Medican Ltd. MCAN – это надежная и популярная криптовалюта в Европе. В настоящее время она используется для покупки акций компаний. Несколько компаний уже были приобретены с помощью MCAN. Эти компании работают в фармацевтике, возобновляемых источниках энергии и космической промышленности. Коины этой компании торгуются на бирже LaToken и в скором времени будет также на бирже QB. Также монета MCAN представлена на CoinGecko. На данный момент монета MCAN стоит 16 центов и продолжает расти. Благодаря наличию монеты MCAN на CoinGecko, любой, кто интересуется токеном, может отслеживать самую важную для него информацию, то есть текущую стоимость монеты, объем и рыночную капитализацию. CoinGecko также предоставляет ссылку с монетой на социальные сети и наиболее важные события. Так что следите за монетой MCAN на CoinGecko и будьте в курсе всех новостей. Как же купить монету MCAN? Все, что вам нужно сделать, это войти на сайт. Все ссылки и данные о проекте я оставлю в описании под видео. Затем зарегистрироваться на сайте, используя свой электронный адрес, и выбрать один из способов оплаты. После покупки MCAN через одну из валютных пар, таких как MCAN доллар, MCAN эфириум, MCAN биткоин, средства могут храниться в безопасном кошельке MCAN Wallet, на защищенном внешнем кошельке или на самой бирже. Монеты MCAN не только обеспечивают стабильность в долгосрочной перспективе, но и гарантируют, что ваша рентабельность инвестиций будет значительно выше после инвестирования. Также у проекта есть три главных направления. Это передовые технологии возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в строительстве и повседневной жизни. Далее это инновационные решения в области холистической медицины, поддержка традиционного лечения. Также платформа, которая предоставляет 30 тысяч онлайн-игр для пользователей MCAN. MCAN предлагает такие предложения для вложения инвестиций. Инвестируй монеты MCAN в крутые проекты и зарабатывай. Что же они предлагают? К примеру, можно инвестировать в солнечную установку MCAN. Вы уже можете инвестировать в первую солнечную электростанцию MCAN. 25% от стоимости всех инвестиций выставлено на продажу за валюту. Минимальный инвестиционный порог составляет 500 MCAN. Дивиденды будут выплачиваться каждые 6 месяцев пропорционально вашему вкладу в инвестиции. Также предлагают они инвестировать в землю и недвижимость. Можно инвестировать в пассивные энергосберегающие дома. Инвестирование в инфракрасное отопление. Кстати, до недавнего времени мало кто знал о существовании инфракрасного обогрева поверхности, и поэтому мало кто им пользовался. Сегодня это современный способ отопления различных типов помещений становится все более популярным, и многие люди решаются на его покупку. Неудивительно, ведь инфракрасные нагревательные маты – отличное и экономичное решение для любого типа помещения. Далее можно также инвестировать монеты MCAN в киноиндустрию. Это вложение в кинопроизводство, хорошее вложение капитала. Вы можете стать частью сообщества MCAN уже сегодня и получать прибыль от фильмов, произведенных
Maszczelka Group. Это признанный продюсер на польском кинорынке, который присоединился к валютной цепочке валюты МКН. Далее они предлагают инвестирование в холистическую медицину. Они трансформируют здравоохранение, проводя высокотехнологичные исследования и выполняя инновационные лекарственные средства на основе каннабиса, которые улучшают качество жизни пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Также в будущем они планируют открыть магазин с широким ассортиментом товаров CBD. Так что выбирайте удобный способ инвестирования на долгосрочной основе, либо же просто покупайте, продавайте монету МКН на бирже и зарабатывайте на курсе данной монеты. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подпишись на мой канал, ставь лайки, пиши комментарии. Увидимся в следующем видео. Всем пока!